В преддверии светлого праздника Пасхи, которая в этом году выпадает на 24 апреля, и первого после Пасхи родительского дня, дня особого поминовения усопших, Радоницы, это будет 3 мая, в Армавире планируется провести несколько специализированных ярмарок. Главным украшением Пасхи является кулич. По сути, это тот же хлеб, но особый, праздничный. Приобрести вкусную, ароматную и красивую пасхальную выпечку, хлебобулочные и кондитерские изделия можно будет 22, 23, 29 и 30 апреля. В эти дни на улице Ленина между улицами Кирова и Карла Липнихта пройдут пасхальные ярмарки. А с 18 апреля по 3 мая запланированы ярмарки с цветочной продукцией, живыми искусственными цветами и композициями, которые можно принести на Радоницу ушедшим в иной мир родным и близким. Традиционная торговля такой продукции организуется по улицам Маяковского и Урубской при входах на городское кладбище. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации, телеканала 360 Армавир.